Всем привет! Вы на канале Ведро.ком. Меня зовут Наташа. Со мной сегодня снова Volkswagen Beetle, и я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы оставили в комментариях к видеообзору. Кстати, если вам нравится такой формат ответы на вопросы, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ну что, начнем? Какой у Beetle клиренс? Покажите снизу, есть ли защита? Клиренс у Beetle 155 мм, и вы спрашивали по поводу защиты. Она здесь есть, правда пластиковая. Еще вы писали в комментариях по поводу подвески, мол, ты ошиблась, сказав, что сзади полузависимая балка. Специально для вас мы подняли этого жука, и опа, посмотрите, как я и говорила, здесь независимая многорычажка. Хватает ли клиренса для наших дорог? Мне хватает для повседневной езды с головой, но нужно понимать, что эта машина для асфальта и не больше. Конечно, если нужно на бровку заехать, то он справится, но нужно быть осторожным, иначе вот такие царапины на 100% обеспечены. Если что, это не я, не подумайте. Проверьте на бездорожье, как далеко заберется. Ну, как по мне, проверять жук на бездорожье – это то же самое, что поставить лошадь на коньки и отправить на фигурное катание. С клиренсом 150 мм и моноприводом – это максимум грунтовка, но даже туда мне было загонять его. Жалко. 6-7 литров на 100 километров. Это по трассе? Какова крейсерская скорость для такого расхода топлива? Да, 6-7 литров на сотню – это по трассе, при скорости примерно 100-120 км в час. В городе таких результатов добиться очень сложно. Из какого материала сделаны панели в салоне? Насколько сильно они пачкаются и царапаются? Панели здесь, как вы заметили, дублируют цвет кузова, но это пластик, не металл. И красится он тем же цветом, что и кузов, то есть это не просто два желтых цвета приблизительных по тону, это одинаковая краска. Цвет панели идет в привязке к кузову. Нельзя заказать, например, красный жук с желтыми панелями. Но есть информация, что в скором времени, для нас это приблизительно следующим летом, клиенты смогут сами комбинировать цвета кузова и панелей. Этот пластик не марки, и царапины, потертости я на нем не наблюдаю. А вот, кстати, в жуке, который я тестила пару лет назад, были темные глянцевые вставки под карбон. И там, конечно, с отпечатками была полная беда. Можно ли в Beetle загрузить велосипед? Он у тебя с камерой, да? Давай я тоже включим. Подснимем. Нам нужно в машину, в багажник его сейчас запихнуть. Маленькую. В маленькую. Ладно, идем. Я первый раз буду делать такое. Я не велосипедист, и велосипеды в автомобиле никогда не складывала. Максимум, что со мной происходило, я в грузовик въехала на велосипеде. Сейчас я пойду клееночку возьму, застелю, чтобы тут... Так, давай вместе это делать. Попробуем вначале полностью телефон. Ага. Если он так влезет, то он, конечно... Причем вопрос в комментариях задали, сколько влезет велосипедов. Надо тебе оттуда, наверное. Давай, да. Попробуем хотя бы один. Я думаю, что он уже влезет. Я тоже думаю. Сейчас попробуем все закрыть. Та-дам! Влез. Изи. А как ты думаешь, два влезет, если в разобранном? Ну, если в разобранном, думаю, что да. Да я думаю, и так вот сверху, если сюда кинуть. Но еще один влезет, да? Такого формата шоссейные велосипеды, то я думаю, влезет. У горных у них руль будет длинным. Его, наверное, надо будет, ну, как-то снять. Ну, был бы сегодня день не такой дождливый, мы бы побольше сюда великов засунули, потому что у нас многие ездят на велосипеде. Да. Но ты, получается, что-то... будешь ехать только один. Ну, если снять колесо, то я думаю, второе. Ну, можно будет, да, кресло. Слушай, а хорошо, так можно сюда по дух настелить, ладно, и так бай, где-то. Легко. Если кому-то вдруг надо людей в пакетах возить, ну, я не знаю, это удобная машина. Отличная машина. Бывает ли пятидверный Beetle? Только трехдверное купе. Бывает, разве что еще вариант со складывающейся крышей, кабриолет. Полноприводная модель есть? Полноприводных не бывает. Есть ли камера заднего вида? Камеры тоже нет, и добавить ее в партию этого года уже нельзя, потому что все 100 завезенных сюда жуков самых
Hammer Life уже у дилеров и на складе. Но, конечно, можно установить на сервисе, и это будет уже идти как доукомплектация. И, кстати, так как есть спрос на камеру заднего вида, скорее всего, в следующем году в комплектации Summer Life она будет. Если есть кнопка запуска, то имеется ли система старт-стоп? И снова нет, старт-стопом эта комплектация не располагает. Напомню, что Beetle Summer Life собран из самых рейтинговых опций, значит, старт-стоп не такой уж и запрашиваемый. Себе купила бы такую? Если бы вы это спросили до того, как Beetle побывал у меня на тесте, то я бы вам сказала однозначно нет, потому что, в принципе, машины подобного класса мне не нравятся. Но сейчас мнение поменялось, и я думаю, да, взяла бы, если закрыть глаза на расход топлива и некоторые непрактичные фишки, которые сделаны ради имиджа. Лично меня Beetle подкупает тем, что это одна из машин, в которой я сажусь, и мне не нужно ни к чему привыкать. По своему роду деятельности иногда бывает такое, что у меня раз в неделю какая-то другая машина. Можете заглянуть в мой Instagram и убедиться в этом. И каждый раз ты к чему-то привыкаешь, ну как бы притираешься к машине. Ну а Beetle я как-то сразу чувствую по всем параметрам и не возникает никаких вопросов. Как по мне, отличная машина для города. Мне, честно говоря, нравится. А чем Beetle лучше Mini Cooper? Ну а чем он лучше Купера, это сложный и неоднозначный вопрос, потому что это две имиджевые тачки с интересной и длинной историей. Говорить, кто из них лучше, как-то неправильно, ведь такие автомобили не покупают из расчета, у кого больше багажник, больше клиренс, больше места для задних пассажиров. Короче говоря, это не объективно. Но если говорить о внешности, то мне больше нравится жук, потому что он и такой хипстоватый, яркий и одновременно спортивный и подтянутый. На этом все. Спасибо за ваши вопросы и внимание. И если вы хотите узнать еще что-то, обязательно пишите об этом в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!